прогрессивное мировое общество тоже следит за Казахстаном, как у нас происходят эти митинги. Вот наша герой, патриот. С режимом. Так что у нас сейчас есть такая моральная поддержка со стороны мировой общественности. Ну, моральная поддержка — это здорово, но надо не забывать о том, что за нас никто ничего не сделает в любом случае. Вся эта поддержка именно потому, что мы что-то делаем. Никакой дяденька на голубом вертолете не прилетит, ничем не поможет. Нужно только, чтобы граждан слышал. На голубом вертолете, на синем. Сами мы могли изменить, и только в наших руках все. Никто другой не приедет и не сделает. Государство – это граждане, не забывайте. Государство не существует без граждан. Государство, если нет граждан, то Казахстан – это просто территория, кусок земли. Вы хорошо выглядите, Асет. Спасибо. Надеемся, что вы скоро будете тоже на свободе. Будем праздновать победу все вместе. Но сегодняшний суд предполагает, что мой условно-досрочный срок приблизит. И, наверное, уже где-то, как получу постановление на руки, я где-то к концу марта, в апреле, наверное, буду писать на условно-досрочное. Но могу сказать, что условно-досрочный срок подразумевает собой, если нарушаешь, возврат всего срока в общем. Если я здесь отсидел 2 года, выйдя на условно-досрочное, мне могут вернуть. Абсолютно ничего страшного, я готов выйти хотя бы на час на улицу. Хотя бы на час. Асет, сені көзқарасыңа байланысты түрме қызметкерлерінен қысымды көрсетіп жатқан жоқ па? Білмедім, естілмейді. Түрмеде қысым көрсетіп жатқан жоқ па саған көзқарасыңа байланысты? По политическому убеждению. Оказывают ли давление по вашим сейчас политическим взглядам? Сейчас физически не оказывают давления, но я знаю, что в лагере происходит нечто подобное. Вещи, просто я не могу сейчас голословно говорить о них. Те люди, над которыми это происходит, они отказываются писать, на самом деле. Боясь, что их не выпустят там или еще что-то. Поэтому, ну, у нас здесь небольшая работа по борьбе с режимом проводится, поверьте, не дня покоя, на самом деле. Здесь приходится бороться с той администрацией, которая есть. И создавать хоть какие-то условия для тех, кто здесь находится. Это около 1000 человек, где-то 800 человек, наверное. Поэтому борьба здесь проходит. Люди читают, очень много стали поддерживать. Распространяем газеты, ведем беседы с людьми. Поэтому даем пояснения, разъясняем. Разъяснительную работу ведем, в общем-то. Мне кажется, наверное, комполит должен. Асет, сколько человек с вами в камере сидит? Здесь не камерная система, у нас в бараке где-то порядка более 80 да. человек. Угу. Здесь барачная система. И скажу, что один барак в более-менее хорошем состоянии, а в остальных ужасная сырость, черная плесень. Ну, обеспечение, короче, ужасное. Отношение как животное, кошмар. Это неприемлемо, на самом деле, для детского государства. Держитесь, держитесь, Асет. Правду не удерживают, абсолютно. Асеке, Аллах Аллах шығарып аламыз, көше партиясы. Күннен-күнге көбейіп атырмыз. Так что духом не падай. Көше партиясы қалады. Аз қалды, аз қалды, аз қалды. Туралы білем мен көше партиясы поддерживаю на 100%. На 100% поддерживаю көше партиясы. Молодцы вы. Не поддавайтесь ни на какие провокации. Все в рамках закона. Вот, ручка, бумага, мирным методом, мирные митинги. И все произойдет. Да, Сет, вы совершенно динамики, правы. Наверное, в этом году и весной все это закончится. 5 минут, выйдите, пожалуйста, все вместе с камерой. Все, нас сейчас выгоняют, Асет, давайте мы вернемся. Я не выгоняю, я адвокат. Это лучше ехать. А. Вы со своим адвокатом.
Да, конечно, конечно. Говорите, пожалуйста, и мы поймем сразу. А то мы думали, вы это самое. Давайте, Осет, мы еще увидимся. Держитесь, мы вас любим, поддерживаем, Осет. Давайте. Выйдите, пожалуйста.